Бенди Бон представляет настольные игры «Магнитная мозаика 4 в одном города» и «Двусторонний геоборд». Игры рекомендованы детям от 3 лет. «Магнитная мозаика города 4 в одном» — это 72 магнитных элемента, 4 готовых сюжета для сборки разного уровня сложности, а также удобный конструктор своих собственных городских ландшафтов. Внимание! Большая часть магнитов уникальна для каждого сюжета, но есть и общий для всех 4 картин. Рассмотрим один из вариантов игры. Разложите все магниты перед собой. Выберите сюжет для сборки и поместите его на магнитное поле. Подбирайте и выкладывайте подходящие магниты поверх сюжета, превращая плоскую картинку в объемную. Игра удобна в дороге, долговечна, отлично тренирует внимательность и развивает фантазию и пространственное мышление. В комплект игры входит магнитное игровое поле, 4 сюжета для сборки на поле, 72 магнитных элемента. Двусторонний геоборд — это многофункциональный развивающий планшет для создания различных изображений с помощью равноудаленных друг от друга штырьков, резиночек и дополнительных элементов. Геоборд обладает массой обучающих свойств и предлагает различные варианты игр. Изучение фигур, цветов, размеров, сюжетные аппликации, рисование по схеме, изучение времени, игры на симметрию и даже графический диктант. Рассмотрим один из вариантов игры. Игра на симметрию. Изобразите на геоборде половину рисунка и предложите малышу нарисовать с помощью резинок его зеркальное отражение. В комплект игры входит двусторонний геоборд с креплениями для хранения резинок, 10 цветных сюжетов и 14 схем сборки, резинки 5 цветов и 3 размеров, а также элементы из фетра. Игра развивает пространственное мышление, внимание, логику, моторику и творческий потенциал. Бенди Бон для ярких идей и веселых затей!